Сабина, когда мы с тобой говорили о том, что вот хотим сделать передачу, ты сразу предупредила, где будет производиться съемки. Ну, обычно мы это производим в мастерской художника. И у тебя, ты сразу как бы сказала, что мастерская, ну, вы знаете, мастерская – это не я. То есть это не то, что я сейчас. Это мое прошлое, это история, к которой я с уважением и с любовью отношусь. Вот когда изменилась Сабина, с чего это началось? Я не думаю, что я изменилась. Я вообще не думаю, что человек на протяжении своей жизни коренным образом меняется. Но мне кажется, что базовые вещи, характер человека, его энергетика, шкала ценностей, которые он вбирает в себя, скажем, в семье, или которые заложены, может быть, даже каким-то генетическим кодом, это наверняка не меняется. Изменилась техника, изменились медиа. Вот сейчас сзади меня работа, которая была написана мною в 88 году. И она для меня знаковая, потому что это моя дипломная работа. Она вобрала в себя образы 7 персонажей, каждому из которых я как-то шла, изучала. Они все объединены по теме Новруз-Байрама. То есть это одна из моих первых символических работ. И, кстати, одна из моих первых запрещенных работ, потому что на тот момент как бы праздник Новруз, который сейчас отмечается широко всем нашим народом, он не был самым любимым при советской идеологии. Все знали, что мы имеем совершенно конкретное отношение к зороастризму и культу огня, но и тем не менее он не являлся на тот период государственным, поэтому тема, которую я затронула, она была, так сказать, не очень поддержана профессорами университета на тот момент, художественной академии. И чтобы не развращать остальных студентов, мне просто предложили, так сказать, работу не особенно демонстрировать. Это был 88 год. Слава богу, что с того времени я немного изменилась. Достаточно серьезные изменения произошли во всей окружающей жизни. Сменилась целая эпоха. Мир скоростной, меняется очень быстро. Мы живем во времена политических катастроф, политических реформаций, и во времена образования нового государства, во времена экономического, политического, технологического бума. Естественно, скорости огромные. И отношение художника тоже может меняться к происходящему. В зависимости от того, как он отражает через себя вот этот окружающий мир. В определенном возрасте мне казалось, что если я буду заниматься некой критикой действительности, говорить о чем-то негативном, может быть, в окружающем меня мире, то я превращусь, наверное, может быть, в политика или журналиста, а художник должен думать только о прекрасном, о красивом. Я в это искренне верила. Искренне верю в то, что художник, он должен быть критичен. Критика – это не означает исключительно видение негатива. И разрушение. И разрушение. То есть критика – это анализ. Это всего лишь анализ. Он может быть позитивным, он может быть негативным. И призыв к развитию. Современное концептуальное искусство, оно своим происхождением, по сути, обязано вот этому критическому взгляду на реальность. Я вижу это серьезно своим как бы главным двигательным мотивом. Я глубоко уверена, что на ближайшее время я буду работать в концептуальном и в критическом направлении. Одна работа, которая немножко о Советском Союзе. Я хотела бы, чтобы то новое и демократическое общество, в котором мы живем, чтобы мы полностью освободились от того прошлого, чтобы мы просто о нем помнили, его не надо уничтожать. Это наше прошлое. Но и в то же время я не хотела бы ничего, что из той системы как бы продолжалось бы сегодня. Как бы через символ корабля, который назывался «Большевик Нариман Нариманов», который на момент моей съемки находился в таком достаточно плачевном состоянии, заржавевший, практически погибающий, но он продолжал существовать. Это символ моего отношения к эпохе советского режима, которая как бы случился коллапс, но она продолжает существовать каким-то образом. И совместила я это с интервью с моими друзьями, с моими коллегами из группы «Лабиринт». И я задала им один и тот же вопрос каждому из них. Я спрашивала их о том, что
Что изменилось в их жизни через 15 лет после того, как Советский Союз, как режим, перестал существовать? Прошлое, настоящее и будущее – это всего лишь время, которое мы проживаем. Несмотря на то, что я живу в Америке, ну, я оказался не там. И... Я ухожу только для того, чтобы вернуться. Всегда. Когда-то это у всех приходит. Когда-то каждый придет к своему последнему причалу. Каждый день для меня прожитый день уходит в прошлое. Я не знаю, что это происходит и как. Многие это. Люди погибали, которые вдруг становились не нужны. Может быть, тоже, что происходит с кораблем, может происходить с каждым. Но есть момент. Это система запрограммирована. 15 лет – это большой срок. И опять все поменяется, и опять мы останемся прежними. Я думаю, что так. Мне очень хотелось бы встретиться вот точно так же, говорить о корабле. А еще кораблях. Мы пойдем еще на другие корабли, мы поплывем еще на других кораблях. И через 15 лет, чтобы мы опять просто встретились. Я бы хотела, конечно, так. «Опасный красный». Да, вот просмотрев, конечно, мне стало очень тяжело. Скажу тебе, в плане того, что вот... Она вообще-то драматическая такая картина. На первый взгляд безобидные красивые арбузы, скажем, вот эти гранаты, яблоки. Они-то служат своей безобидностью, служат усилению ощущения красного. Честно говоря, работа напомнила мне как бы работу Отто Дикса, вот немецкого экспрессиониста начала века, когда он показывал ужасы Первой мировой. Это как бы мое отношение к жизни. О том, что в иллюзорности, в расслабленности иногда каких-то красивых, счастливых жизненных минут мы можем забыть о том, что где-то очень рядом происходит что-то трагическое. Художнику должно быть всегда неспокойно, ему должно быть всегда больно и красиво, и все это должно происходить в нем, он должен реагировать на окружающий мир и стараться провести это через себя, и произведение, оно должно быть, наверное, таким же живым, как сам мир. «Опасный красный». Эта работа, она не о красном и не о натюрморте. На самом деле, это просто символ. Работа о том, что наша жизнь конечна, о том, что иногда в иллюзии сегодняшнего дня, спокойствия, минуты и каком-то ощущении счастья мы иногда забываем о том, что катастрофа где-то очень рядом, и смерть, она, я не знаю, к сожалению, или такой закон природы, она завершает человеческое существование, и не всегда это бывает запланировано. Мы знаем, в каком мире мы живем. Революции, теракты, войны, катастрофы. Человек очень сильно смертен. Эта работа имеет отношение ко всем трагедиям современности. Это трагедия Ходжалах, это трагедия людей, которые были убиты на собственных землях, только потому что они не хотели их покидать. Я была потрясена в 2008 году событиями, которые произошли в Грузии. Это был конфликт между Грузией и Россией, и огромное количество мирных людей погибло с обоих сторон. Это очень сильное впечатление произвело на меня. Красный цвет, он не только цвет граната, жизни, любви и какой-то позитивной энергии. К сожалению, этот цвет также и цвет иногда кровавого режима, иногда смерти, иногда трагедии. Культура, музыка, литература, изобразительное искусство – это потрясающий путь к душам людей, через который можно говорить практически обо всем. Современные художники не должны думать, что их контакт с публикой заключается только в том, что визуально будет увидено их произведение в какой-то галерее, музее там, или где-то. Это не так. Сегодняшнее искусство, оно должно быть более интерактивно. Я стараюсь участвовать в этом движении сама. Направление, которое называется, ну скажем, арт-активизм. Это скорее само движение. Тогда, когда художники работают с местным населением,
когда художник снимает все, что происходит. То есть он становится фоторепортером, он становится документалистом, он становится, я не знаю, тем, кто... В любом случае он зарисовывает, снимает, фотографирует, записывает. То есть идет какая-то вот такая совершенно как бы набор информации, который может быть использован разными способами. Мне стало интереснее просто общаться с людьми. И поэтому вот я очень заинтересована в проекте, который был сделан в рамках Public Art фестиваля, организованного Яратом. Я была инициатором идей, и это вот и есть вот тот самый, мне кажется, момент, когда искусство становится интерактивным. Моя идея заключалась в том, что рейсовый автобус, который уже никуда не едет, никакие рейсы, и он был превращен в такой мобильный контейнер для сбора пластиковых бутылок. Он был разрисован, это был арт-объект. Люди, забрасывая в него пластиковые бутылки, чтобы не бросать их в землю, где они потом лет 1000 примерно находятся и как бы загрязняют, да, нашу землю. Они собирали эти бутылки в автобус. И позднее из этих, из этого мусора, может быть, не как японцы, которые построили остров, но есть другой вариант, может, из этого будет сделана какая-то арт-инсталляция, опять-таки совместно с местным населением. Я против традиционных форм обучения в современном искусстве. То есть? Дело в том, что это современное искусство, оно как бы в Азербайджане, к сожалению, при всем при том, что у нас есть прекрасная организация Ярата, у нас есть очень много молодых талантливых художников, у нас нет факультета в академии, у нас нет факультета в университете, у нас нет арт-критиков, у нас не готовят кураторов, у нас нет арт-менеджеров. По современному искусству? Да, современному искусству, да, которое 60-х уже... Уже и не так современно? Уже не так современно, то есть это уже как... Это не так инновационно. Просто это сейчас как бы пришло к нам после... Да, все, кто имеет какой-то опыт и желание поделиться им, должны что-то делать уже. Я вот стараюсь проводить такие мастер-классы, я стараюсь работать с молодыми ребятами. Я считаю, что это и есть арт-активизм тоже. Таких форматов очень много, и они включают в себя то, что художник становится арт-эдюкейтором, художник становится медиатором, человеком, который просто генерирует какие-то идеи и делится с ними. Художник становится документером, своими способами создает хронику, участвует в решении каких-то социальных проблем. То есть это абсолютно не унижает роли и не умаляет роли таланта художника. И наоборот, мне кажется, что это намного более актуально в сегодняшнем обществе. Вообще, во все как бы времена, это же очень близко для творческой среды, для творческих людей, это художник и гражданин. Оно зачастую идут параллельно. И это как бы не, это невозможно вот его вот так как бы сделать такую грань. Вот. Сабина, я бы хотел, чтобы ты немножко рассказала о своей кураторской деятельности. Я единственный человек, который представляет Азербайджан в СИМАМ. Ну, расскажи, это, пожалуйста. Вот. Международный комитет кураторов и художников, директоров музеев в основном, современного и модерн арта. И это как бы подразделение ICOM, International Committee of Museums. Международная организация музеев. Есть подразделение, которое занимается только современными и музеями. И я вот как бы представляю Азербайджан там. Два раза я получала грант, это, по-моему, не помню, с 2008 или 2009. Два раза я получала грант, чтобы участвовать на конференциях и съездах СИМАМ. Я очень большое значение на сегодняшний день придаю тому, насколько художник или куратор находится в нетворкинге с миром. То есть тогда, когда человек в современном искусстве изолирован от мира,
то он не так силен. Есть такое понятие в искусстве, называется арт-мобильность. Вот я из ложной скромности могу сказать, что ко мне это полное время имеет отношение, потому что вот с 2007 года я очень много времени трачу на то, чтобы ездить на арт-резиденции, то есть приезжать в какую-то страну и жить там не как турист, а оставаться в специальных резиденциях, общаться с художниками, изучать галереи, музеи, наводить какие-то контакты с тем, чтобы потом пытаться вот производить вот этот взаимокультурный обмен. И вот Симам интересен этим. Можно приехать на конференцию и встретить кураторов и директоров музеев, всех знаменитейших современных музеев сегодняшнего дня в мире, и чуть-чуть рассказать им про Азербайджан, дать какую-то возможность, потому что, к сожалению, моему огромному сожалению, Азербайджан до сих пор не очень сильно отмечен на карте современного искусства мира. Реальность такова, что очень мало азербайджанских художников представлено на международных выставках, на международных биеннале. И я чувствую в себе силы и энергию, чтобы что-то делать для того, чтобы изменить эту ситуацию. И желание. Я верю, глубоко верю в творческий потенциал наших ребят, нашей молодежи и вообще нашего народа. Но я думаю, что как любой, может это звучит излишне патриотично, но я думаю, что как любой гражданин, человек, которому есть что дать, он должен дать. Человек, который имеет некую энергию и знание, как что-то изменить в лучшую сторону, он должен это сделать. Вот это мое такое глубокое убеждение. Поэтому я иногда становлюсь куратором, создаю какие-то выставки. В основном это бывают выставки альтернативные. «Небо на его плечах» – так называется еще одна работа, которую я расскажу. Атлант, по легенде, просто поддерживает небо. И мое видео связано было с тем, что урбанистическая среда, она очень бурная, меняет свой облик, в особенности в Азербайджане, в особенности в Баку. Это нормально, это естественно. Иногда людям, которые жили в Баку и живут здесь уже не первый день, бывает тяжело воспринять то, что облик города меняется тотально. И одно из зданий, в котором жил мой друг, и внутри которого были вот эти, это конец 19 века, и внутри которого были вот такие два атланта, которые поддерживали не совсем небо там, скажем, какую-то архитектурную часть здания. Это здание не существует уже на сегодняшний день, хотя это был своеобразный архитектурный памятник. Я прощалась с этим зданием как вот практически с человеком, потому что я думаю, что в таких архитектурных изюминках, наверное, все-таки и заключался облик Баку, который создавался не одно десятилетие. Мы уничтожаем здание, в котором стоит атлант, который держит небо над нами, то, мы, может быть, своими неразумными действиями навлечем на себя то, что небо обрушится. Конечно, это очень символично. Это чисто артистический символ и мое личное отношение. Сабина, и хочу задать такой, последний вопрос. Так получилось в нашей передаче, что вот мы волей или неволей возвращаемся и к нашему городу, и к теме Апшерона. Ты писала про Апшерон. Хотела бы выслушать тебя с призмы 21 века. Твой взгляд на Апшерон. Современный художник – это человек, который, в общем-то, намного более активен в своей социальной рефлексии на мир. Это то, что написано в моем артистическом стейтменте.
что меня очень интересует отношение человека и общества. И одна из моих последних видеоработ, которая называется «Клаустрофобия», она вот как бы из этого взаимоотношения. Иногда наши взаимоотношения с обществом – это память. Я очень серьезную позицию в нашей жизни и творчестве собственном, во всяком случае, отвожу памяти. Потому что с годами понимаю, что, может быть, память твоя уже намного богаче, чем, может быть, то, что будет в будущем. Я не знаю, может, звучит так чуть-чуть депрессивно, но как бы я очень люблю свою жизнь. Я обожаю все, что было сзади, и я хочу это помнить. И это не только личные воспоминания. Это память всего, это память, которая заключена в истории вообще, не только моей собственной, это в истории моего города. И это, конечно же, память об Апшероне, потому что Апшерон – это уникальное место, я так думаю, что на Земле. Это наша первичная школа. Я думаю, что это не только школа, я думаю, что это энергия. Мне кажется, что Апшерон во всех камнях, которые там, в нашем море. Вот эта энергетика, да, она есть. И может быть, какой-то ученый скажет, что я совершенно права с той точки зрения, что эти газы, нефть, этот огонь, он на самом деле находится и придает вот эту особую подземную, да, какую-то, из под земли выходит эта энергия. То есть это правильно с научной точки зрения, а я хочу сказать об этом с психологической точки зрения, с эмоциональной. И Апшерон для меня очень значим. Я думаю, что это как бы это идеальное место моей жизни. Да? Вот я родилась правильно. Я родилась там, где я должна была родиться. Апшерон очень значим для меня. И поэтому все, что касается с какими-то изменениями некоего облика Апшерона, буквально трогает меня так, как будто кто-то просто наносит мне удар в сердце. И вот одна из моих последних видеоработ, она называется «Клаустрофобия». Чувство, когда твое сердце сжимается от скованности пространства. Это нормальное заболевание, оно есть в медицинских справочниках. Человек может испытывать это чувство в лифте, в подземелье, там, в пещере. Ужас заключается в том, что я стала испытывать это чувство, когда я просто выхожу к морю, скажем, в Бельгии. Я не могу увидеть море. Я должна часами и часами идти вдоль стен. Меня это убивает. Меня это убивает, потому что я думаю, что воспоминания, вот моя частность воспоминания детства, и они мне придают огромную силу. Это пляж такой, никаких нет, ни растений, ничего. Вот такой полупустынный пляж, ракушечник, линия моря, линия горизонта и неба. Вот это Апшерон. Я очень тоскую поэтому. Я очень скучаю по тому чувству, что сейчас этого нет. Мое пожелание, что наши великие градоизменители сегодняшнего дня, они должны думать не только о том, как наше окружение, наш город, наши районы, регионы, как они будут выглядеть в глянцевой картинке. Они должны думать о том, как человек себя чувствует в этом новом измененном пространстве. Что все новое я приветствую. Новое – это прекрасно, но не тогда, когда оно происходит взамен уничтожения старого. То есть, наверное, идеально найти тот самый баланс, когда появляется новое, но когда все старое тоже находит свое достойное место существования рядом с этим новым. Когда не уничтожается и не оскверняется память. Да. Сабина, спасибо тебе огромное за интервью, за интересное общение. Для меня это будет огромным удовольствием. Спасибо. Спасибо тебе.